Сегодня 80% скидка. Хочу посмотреть ремешки. Маленький у меня сегодня улов на 6 рублей. Купила белый ремешочек. Ну там фурнитура мне подойдет на 6 рублей. И сам ремешочек парусиновый пойдет на ручки. Главное, что он не юзанный. Поэтому меня заинтересовал. Есть там еще 4 штуки или 3. Ну, посмотрю, может долежат на 90%, тогда я их заберу. Что еще? Пошла я дальше свою красивую сумку выгуливать. Никого не встретила из знакомых, чтобы засняли меня с сумкой. Секондинг. Понравилась моя сумка, они уже меня знают. Спросили, веду ли я съемку сегодня. Ну, я ничего не вела. Что, я только вход сняла. Сказала, как есть, говорю, выключена. И что еще? Когда она сказала, девочка, что подписана на меня, что смотрит, что нравится жилет, мы рассматривала. Поэтому вот приятно. Видите, звезда такая у вас тут на канале. Все, всех целую, обнимаю, всем пока. Сегодня ничего интересного не покажу, но я присоединю куда-то что-то интересное, чтобы было приятно. Все, всем пока. Дорогу бегу, болтаю, курица. Вышла я прогуляться. Сегодня новый завоз. Гляньте. Гляньте, это что, винтаж? Или это самопал? Или это так задумано? В таком идеальном состоянии они не заношенные. Прикольные. Маленький размер. Мой любимый цвет, рисунок и так далее. Там еще одни такие видела из Мара подобного рисунка. Комбинезон в клеточку. Не буду я его снимать. По-моему, он даже размера не маленького. Классный такой. Много цветных штанишек в этот раз. Ну да пока. Пока завоз. Вот и Смара. Классная. Очень много трикотажных лосин. В идеальном состоянии. Вот такие. Венчально-погребальные. Вот красивый цвет. Ну, когда новый завоз, конечно, я вам скажу, очень много. Гляньте, вот рептилия 220. Блестят прям. Ну, и вот штаны. Штаны. Вот такие штаны спортивные, которые отстегиваются. Совершенно новая, прошу прощения. Маленький размер. Очень классная. Где-то была сумка Юс. Потеряла, сейчас покажу. А вот она. Вот она. Гляньте, какая. А там одна сумочка такая классная. Ну, почти 2000 стоит кожаная. Ну, очень симпатичная кожа с замшей. Вот она, эта сумочка. В идеальном состоянии, смотрится класс. Разные оттенки у нее сделаны, но цена 1850.
Да, сильно как цены не снизят. Ну, по-моему, дороже стоил. Неужели Луи Виттон? Мои брюки зеленые, только размер огромный очень. Ну так, конечно. Так, конечно, точно можно. Фасон разная, фирма одна. Одна и та же фирма и с бирками. Но эти 820, а эти 940 и 20%. Сейчас эти померяю. Конечно, когда уже своя фигура испорчена годами эксплуатации, конечно, пенять на фигуру так идеально. Зашла я так, не знаю, что будет видно, мне не видно, что я снимаю, но решила, раз иду, потриндю чуть-чуть, поболтаю чуть-чуть, простите. Поехала в поликлинику, я же, понимаете, не соображаю, у меня праздников нет и выходных, у меня сплошной выходной праздник в жизни, поэтому я не подумала, что в поликлинике может быть выходной в честь Троицы. Приехала, поцеловала, мне нужно там техосмотр пройти, плановый. Приехала, поцеловала дверь, поехала дальше. Прошлась, зашла в секонд, сделала там себе примерочку, молча, музыка орет, покажу. И решила поехать в центральный наш универмаг, посмотрю ниточки для стежки. Все-таки, может быть, я куплю один моток дорогой и большой, немецкий, может, какой-то. Хорошие ниточки, те, которые я покупаю набором на обтухе, но использую-то я половину, а половина лежит до лучших времен. У меня до лучших времен столько всего лежит, что можно открывать новый магазин после того, который я закрыла. Поэтому сейчас пойду посмотрю. Так, люди здесь меня смеются, что я разговариваю по телефону. Ну, это их проблема. Ладно. Ой, тут такой красивый скверик. Сегодня 70%,
440 минус 70%. Ковтюля. Винтажненькая. О, маленькие сетки две. Одинаковые, разного размера навью. 28 умножить на 3. Вот нужно мне такое или нет, шифон? Ну, тут только одна маленькая полосочка с рисунком. Как все складывается. Теперь я знаю, почему я вчера не купила по 90. Потому что сегодня я куплю максимум за 22 рубля. Причем женскую, полностью по себе пошитую. Новая фирменная. И как раз такая плотная, как мне нужно. И как раз я разошью ее стразиками. Такая красотка. Наснимаю изобилие. У меня такого короткого видео из секонда еще ни разу не было. Все, всех целую, обнимаю. Сниму, конечно, я похвастушку, потому что купила аж на 30, сколько-то там рублей. А, на 44 рубля. Приду домой, сниму, посниму похвастушку. Всем привет. Сходила я сегодня. Хотела отремонтировать утюг. Но так как я на выданье и память у меня девичья, я сделала все, что угодно. Только утюг остался дома. Но зато я хвастаюсь, что я набрала. Показываю. Я себе купила чайник. Я поставила его уже. Опробовать я его уже помыла. Я хотела найти себе вот такой зелененький какой-нибудь чайничек. Но ничего мне не попалось. Купила просто маленький этот чайничек. Просто маленький. Потому как у меня зелененькая вот есть соковыжималка, и у меня еще есть измельчитель тоже такой же зелененький. И оказалось, сковородочка у меня зелененькая. Я хотела купить чайничек. Думаю, может крышечка, может ручечка. Ну, если вдруг попадется, ну, может быть, куплю, а этот будет запасной. Значит, показываю, что я себе еще купила. Ну, вернее, как бы не себе. Сейчас я застелю. Сегодня в нашем секонде я специально ждала. Там было то 70 я заходила, то 80%. И такие я дождалась 90. Набрала, гляньте, две сумки. Сейчас я застелю свой стол, чтобы не ложить на стол то, что не нужно. Я застелю сейчас простыней. Покажу, и потом все это пущу в стирку. Показываю первое. Тут у меня сообщения идут, сейчас я на них отвечу. Единственное, что старое из всего, что я купила, это вот этот пояс. Гляньте его состояние в этом месте. Все остальное такое прикольное. Но я думаю, вдруг я буду себе шить джинсовую сумку, то это, конечно, ручка. Просто гляньте. Просто будет шикардосная. Ну и потом пряжку можно будет куда-то еще использовать. Здесь, конечно, вот эта часть отрежется, выбросится. Ну, зато это полноценная ручка. Все остальное в идеальном состоянии. Это все новое. Ну, видно вам по биркам. Я не знаю, сколько всего. Вот это, допустим, 7 рублей стоило. Но гляньте, это сразу сумка. Вот и ручка, и вот сразу петельки для нее. Вот опять же. Ну, это тут прям идеальный новенький. Может быть, даже под какие-то джинсики. Ну, наверное, на меня маленькие. Классный. Вот, пожалуйста, идеальная фурнитура. Немножко с дефектом. Ну, блин, вживую так не видно, в камеру видно. Ну, мало ли, вдруг мне какой-то поясок нужно будет пошить красивый. Я смогу использовать. Все остальное здесь просто петельки. Петельки, вот оно. Все. Все пригодится. Но мне, видите, вот такое нужно. То есть вот я набрала сумок. Теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сумок. На 7 сумок я обеспечена. Ну, свистит хорошо. Спасибо. Я с чайником. Так, показываю дальше. Показываю дальше. Я сейчас вот так сделаю. Это сарафан. А, я сейчас по-другому. Сарафан. Так как я еще и хорошие вот эти бирочки собираю, вдруг пригодятся. Ну и здесь я, конечно, клюнула в основном на то, что блесточки мне пригодится в мою пиццу. Прямо вот так кусочками буду резать, и прямо вот так куски ткани с блестками могу вставлять. Ну и тут гляньте, какие хорошие стоят. Она новая. Она новая, это видно по поясу, им не пользовались. Он не завязан был ни разу. Вышла на мне вообще 2 рубля. Потому что я ее вообще на вес купила.
ну, по состоянию батиста видно, это батист. То есть он мне может пригодиться. Вот посмотрите, какой жилет. Он был в детском отделе. Это H&M Содивизион. Как это говорят. Но это H&M. Он шикарный, но он в детском отделе висел. Но он, знаете, размер, как сказать, ну, на девушку. Он размера на девушку. Причем, если бы у меня было 65 килограмм, он был бы на меня как раз. Я подумаю, может быть, я смогу его как-то переделать. Следующая вещь. Вот такая рубашка. Видно, что она совершенно новая. Это видно. Я не знаю, чья она, но я ее брала. Она громадного размера. И она... Мне нужны эти полосочки. Мне нужны лоскутики эти. Теперь. Вот такая шикарная рубашка. Я когда ее увидела, я чуть не заплясала. Но, так как рубашка мальчиковая, очень классная. Это не хлопок, это джинс. Я увидела из-за джинса, думаю, джинс такая вся прям фирменная. Мне вот именно на обтачке, когда джинс. И рубашка, гляньте, она новая. Ну, она была на юноше, видимо. И, видимо, этого юношу молодого и красивого рвали на части. Потому как вот тут вырвато. Сейчас покажу. Вот тут куча, гляньте, бирок выглядывает. Вырвато. И где-то тут еще, короче, было одно место. В общем, хлопца драли девки на части. Потом вот такая рубаха от пижамы. Тут очень классные пуговицы. По-моему, в ней сейчас я найду. Тоже она в идеальнейшем состоянии. Не закошмачена я нигде ничего. Да. А нет, это я не здесь пуговицы. Прошу прощения. Ну, тоже она огромная. И я, опять же, смотрела из-за того, что вот такая окантовка куда-то мне может пригодиться. То есть, опять мне нужны лоскутики. Дальше. Вот такая детская рубашка. Опять же, мне нужен такой цвет. Обтачечек, полосочек и лоскутиков. Дальше. Батистовая. Я так и не поняла даже, что это, честно говоря. То ли это топик без бретелей, то ли это юбочка батистовая. Ну, вы меня поняли. Вы меня поняли, что мне отсюда нужно. Мне нужны отсюда бабочки. Вот такая красота. Это будет вода или море в моей пицце. А, вот тут вот, вот тут вот были. Да, это немецкие обычно такие вещи. У них такие пуговицы. Я люблю эти пуговицы. Вот такая фирма. Ну, я не буду настаивать, но, по-моему, обычно в немецких такой перламутр натуральной пуговицы. Теперь вот такой вот джинсовый легкий сарафанчик. Катон. Детский. Ну, опять же, вы меня понимаете. Лоскутики очень яркие. И вот последняя детская рубашка в детском отделе была. Посмотрите, какие шикарные кнопки. Шикарные кнопки. Размер 11-12 лет. Я не знаю, что это за фамилия. Полиэстер и катон. То есть она не мнется. Тоненькая, легенькая, так, ну, плотненькая. Но опять же, мне для джинсовых всяких, может быть, коврики, может, что-то. И нужны будут... Именно полоски. Ну просто. Ну я не могла пройти мимо. В общем, за всю эту кучу всего я отдала 180 рублей. Заполненный мой телефон прервался. Еще раз повторюсь. За всю эту кучу я отдала 180 рублей. Сейчас я все это отправляю в хорошую-хорошую стирку. Потом я все это сушу, обрезаю швы. И надеюсь, что я все это поглажу и буду применять. А не сидеть и любоваться. Все, всех целую, обнимаю, всех люблю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будьте взаимно вежливы. Знакомьтесь, общайтесь между собой. Что еще? Вдохновение рукодельницам. Приятного просмотра. Просто кому интересно. Все, всех люблю, целую. Всем пока.